что у тебя сотрудники полиции сейчас происходит? Можно сказать, сумму штрафов, которых собрали из граждан за нарушение пасочного режима. Вот они благополучно были растасканы этими негодяями. Поэтому исполнительная власть, к сожалению, в нашем городе занимается, в общем-то, откровенно воровством. И нет другой возможности повлиять на это только через, соответственно, федеральный центр. А что в обращении просто ситуация описана? Да, в общем-то, здесь описано нюансы, которые уже, в общем-то, известны всему городу, о том, что из ДКП... А вот и Ярослав Евгеньевич. Так, здравствуйте, у нас пленарное заседание, добрый поэтому день. Коротко. Здесь у нас там пикет. Секунду. Нет, пикетов никаких. Меня к пикетам не подвязывайте. Да, Ярослав Евгеньевич, вот наша инициативная группа хорошо, передает вам обращение. Также мы просим проверить компанию МИСК и департамент департамент мэрии, которые связаны с данным проектом и коррупционной составляющей. Мы поручим юристам, юристы все рассмотрят, все мы ответы направим, запросы будут направлены. Извините, пленарное заседание. Госдуму вход ограничен из-за всех из-за ковидных ограничений. Это наша работа в соответствии с законом о статусе депутата. Мы обязаны реагировать на все жалобы граждан, поэтому мы возьмем, обязательно проинформируем, запросы все отправим, ответим. Спасибо и берегите здоровье. По поводу закона о фактическом ликвидации права частной собственности в России, вы, наверное, знаете. Не знаю, о чем речь? А закон о территориях, как это, территории комплексного развития, да? Да. Сейчас не обсуждаем. Я сейчас взял ваше обращение. У нас идет на заседание, я должен вернуться. Хорошо? Огромное спасибо. Берегите себя, не болейте. Спасибо.